За счет средств территориального фонда УМС Московской области в Одинцовскую ЦРБ приобретено современное оборудование – операционные столы, светильники, аппарат ультразвуковой диагностики, видеоэндоскопическая система. Данная аппаратура позволяет выполнять диагностические и малоинвазивные органосохранные операции через естественные пути в дыхательной системе и органах желудочно-кишечного тракта. Основная задача, конечно, возлагаемая на эту аппаратуру – это непосредственно диагностика, но также возможны малоинвазивные операции. Современное оборудование позволяет на более высоком уровне проводить исследования и выявлять даже небольшие изменения в организме пациента. Ранняя диагностика, своевременное лечение – залог активного долголетия населения. Особенностями оборудования является то, что помимо обычного осмотра на широком экране мы можем откорректировать не только четкость изображения, но можем и увеличить его в 10 и в 100 крат. Кроме этого, на данном оборудовании имеется функция узкоспектрального изображения, которая позволяет нам усилить капиллярный рисунок и тем самым задействовать или выявить более проблемные участки, акцентировать на них более свое пристальное внимание. Врачи подчеркивают, что пациенты должны посещать лечебные учреждения не тогда, когда жизненные показатели нарушены, а в профилактических целях. Проходить диспансеризацию, сдавать необходимый перечень клинических анализов, рекомендованный по возрасту. В день в среднем проходит около 20 человек через наш кабинет. Это только один наш кабинет, а у нас их три. И данная аппаратура, она не то что позволяет, она действительно выявляет, то есть становится гораздо интереснее работать, и процесс работы принимает уже несколько не рутинный, а более творческий характер. К нему уже относишься всей душой, и надо понимать, что каждое выявленное новообразование, да, каждый выявленный участок подозрительный в отношении формирующегося рака – это своего рода это шанс человеку для продления его жизни. Это возможность для того, чтобы в перспективе он прожил дольше, чтобы качество жизни его улучшить. Рак толстой тонкой кишки – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Новое оборудование позволяет обнаружить образование на самых ранних стадиях и вовремя назначить лечение, чтобы избежать развития раковых клеток. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».